Ситуация немножко изменилась. Теперь шуты правят миром. Это «Убойная лига». Я Павел Воля. Здрасте! Каждую субботу наши бугагашники выходят на эту сцену, чтобы повеселить вас своим юмором и порадовать своих друзей проставой за выигранные деньги. А уж поверьте, друзей у них предостаточно. Это «Убойная лига». Здрасте! Недавно в темном переулке на него напала банда хулиганов. Он не стал их бить, а тупо задавил интеллектом. Самый образованный рефери-держатель банка Владимир Турчинский. Ну а теперь люди, которые ездят в маршрутке только в бизнес-классе. Наши судьи, под ваши аплодисменты. Красавица, телеведущая, писательница, спортсменка. А, Владимир, вы знаете эту спортсменку? Конечно. Более того, прекрасная мать. Ого! Вы знаете ее с другой стороны. Похвально, Владимир. Юлия Бордовская. Спасибо. Самая очаровательная из всех людей, которые имеют отношение к спорту. Человек, на концерт которого ходил Гора. Гора, ты ходил на его концерт? Обязательно. Человек, на концерт которого с удовольствием сходил бы я, пригласите, пожалуйста, в ближайшее время. Я знаю все ваши песни, и мне надо только... Что? Свет в оконце, товарищи. Что же вы? Сергей Галанин! Главная рок-звезда нашей сцены. Если в мире происходит что-то смешное, прикольное, уморительное, он первый знает об этом. Живая база данных всех юмористов с адресами и телефонами. Михаил Маркин, главный сенсей нашей судейской коллегии. А теперь те самые ребята, которые утверждают, что Александр Македонский стал великим полководцем в 17 лет, а вот мужиком только в 22. Наши гладиаторы, знатоки убойной лиги. Дуэт Бабанов и Мишланов, Санкт-Петербург. Привет, страна! Привет, Россия! Пенопласт! Привет! Дуэт пацаны, Воронеж. Уходите! Привет, друзья! Привет! Дуэт партизаны, Ставрополь. Антон Борисов, Санкт-Петербург. Здравствуйте. Дуэт родной и Федяй, Сургут. Нахухлись. Костя Пушкин, Ухта. Ставки сделаны, господа. Ставок больше нет. Я думаю, что сегодня наши ребята докажут, что есть на свете более смешные вещи, чем Пьер Нарцисс на фестивале «Славянский базар». Первый раунд. О, да, я тут, детка. А. Работайте. Ого-го. И открывает первый раунд дуэт Бабанов и Мишланов. Санкт-Петербург. Добрый вечер, «Убойная лига». Здравствуйте. 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 Представьте себе, встретились однажды известная всем вам Дарья Донцова и не менее известная Агата Кристи. Ну, привет. Ну и что? Давай рассказывай, кому ты все это пишешь. Самое главное, для кого? Кто это будет читать? Ну, для начала, здравствуйте, вы кто? Здравствуйте, Даша. Даша Донцова. Здравствуйте. Донцова. Да. Агата Кристи, очень приятно. Агата Кристи. Да. Что это группа такая? Нет, это ваш псевдоним? Да. Ну, так оно и понятно. Какой псевдоним, такие вы и творчество, собственно, творить. Что вас не устраивает? Что меня не устраивает? Да. Хорошо, давайте по порядку. Поехали. Во-первых, что это за дерьмо? 12 томов в коричневом переплете. Что это такое? Что это за обложка? Обложка должна быть яркая, броская. Она сразу должна цеплять взгляд покупателя, понимаете? Обложка должна быть сверху желтая, внизу черная и название. Врубайся. На обложке должна быть жопа, должны быть сиськи. Знаешь, как выглядит идеальная обложка? Нет. Внизу черная, сверху желтая, название, жопа, сиськи. А если в названии жопа, это вообще гениально. Понимаете? Кстати, о названии.
Я подготовилась. Посмотри, что ты пишешь. Что ты пишешь? Убийство в Восточном экспрессе. Да. Убийство в доме викария. Убийство на поле для гольфа. Убийство Роджера Экройда. Убийство в Месопотамии. Убийство в проходном дворе. Объявлено убийство. Убийство в каретном ряду. Спящее убийство. Убийство по алфавиту. Убийство. 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 Пфо! Что это? Ты же сразу в названии говоришь читателю, о чем сюжет. Ну, а как? Посмотри вот у меня. Итак, поехали. Чудеса в кастрюльке. Микстура от косоглазия. Зимнее лето весны. Фанера милоская. Верхом на Титанике. Камасутра для Микки Мауса. Никогда не забуду этот марокканский гашиш. Дальше. Это еще не все. Рыбка по имени Зайка. И, наконец, венец моего творчества. Тушканчик в бегудях. О чем эти книги? Я откуда знаю, о чем они? А я-то откуда знаю? Я что, читал их, что ли? И потом, почему ты так не уважаешь своего читателя, я не понимаю? Не это твердая качественная бумага, еще более твердый переплет. Ну. Что это такое? Представь, сидит он в сортире, читает твою книгу. Позвольте, я писала не для сортиров, а для библиотек. Хватит говорить незнакомые мне слова. Короче, дочитывает он в сортире твою книгу до конца, и все. А моей он может пользоваться еще 2, а то и 3 недели, понимаешь? Мне кажется, можно сразу пользоваться, не читая даже. Вот, 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 вот. Видишь, ты сама начинаешь находить плюсы в моем творчестве. И потом, почему ты так не уважаешь читателя? Почему он до конца книги не знает, что убийца? Но неужели это... нельзя в самом начале ему сказать об этом, а? Это же детектив, это жанр. Ему дальше читать неинтересно да будет. Да при чем здесь интерес? Главное, что он уже купил твою книгу. Тем более, что ему в метро до Тимирязевска все равно нехрен делать. И потом. Самое главное. Производительность. За всю свою жизнь ты написала 94 книги, включая автобиографию. Да. Я 56, включая поваренную. Ты уже много лет ничего не пишешь и до сих пор издаешься. Научи, как? Ну смотри, нужно сделать 3 вещи. Во-первых, родиться в Англии, а не в Химках. Ну, ты это как-нибудь еще успеешь. Как я это успею? Не знаю, я что, обо всем должна думать, что ли? Во-вторых, закончить Оксфорд, а не училище МВД, понятно? И в-третьих, удалить программу на компьютере, которая собирает слова в предложении, выдает книги и думать мозгами, понятно? Спасибо! Вот! Пока! Спасибо! Спасибо, друзья! Бабанов и Мишлан! Да, увидимся! Ну, по крайней мере, было экспрессивно. Значит, немного обиделись мы за Донцову. 12 тысяч. В банке 12 тысяч, на сцене дуэт «Пацаны Воронеж». Пацаны Воронеж! Добрый вечер! Привет, друзья! На дворе тепло, пора отпусков, и сегодня мы хотим поговорить об отдыхе. Есть 2 варианта поездки на юг. Либо ты едешь один, либо со своим самоваром. Но есть и 3-й вариант. Ты едешь со своей девушкой, и это еще более глупо, чем со своим самоваром. Поездка на юг начинается с поезда. Кстати, кто сказал, что верхняя полка у туалета – это самое неспокойное место? Косово – вот неспокойное место. Несколько советов, как себя вести на юге. Если ты 5 дней подряд пил с друзьями, а на 6-й день утром увидел на пляже огромного крокодила, зебру и тигра – не пугайся. Скорее всего, это аниматоры. Если ты обалденная блондинка, 8-920-229-27-47, крошка. Если так себе, 8-910-285-15-16. Если ты девственница, ты еще не приехала на море. Сейчас совет взрослым. Не привозите маленьких детей на море. Они все равно потом ничего не помнят. Как понять, что ты уже нормально загорел? Окружающие перестали смеяться над твоими ожогами. Ты начал смеяться над окружающими. И, наконец, ты стал похож на нормальный шоколад, а не на белый пористый. Ну что ж, отдых подходит к концу, и тебе остается последний день. А последний день должен быть идеальным. И мы представляем вам расписание последнего идеального дня на юге. 8:00 встал. 8:05 встал ты. 8:10. 8:10. Секс с лежащей рядом девушкой. Причем, учитывая то, что это идеальный день, сегодня утром она выглядит гораздо лучше, чем вчера вечером. 9:00. Первый раз в жизни сам сделал зарядку. 9:05.
понял, что образование инженера тебе пригодилось и поставил на только что сделанную зарядку разрядившийся сотовый телефон. 3:00. В 3:00 ты купаешься в море, и проплывающая мимо самка лосося еще даже не догадывается, что у тебя самый лучший день. 5:00. Звонишь девушкам легкого поведения, и полчаса не можешь выбрать, потому что одна краше другой. Ах, этот идеальный день. Уже в 6:30 тебе подходит симпатичная девушка и предлагает провести ее последний вечер вместе. Угощает вином, пытаясь тебя напоить. Парит что-то про звезды, пытаясь тебя засосать. Ну и, наконец, провожать домой. С 7 до 8 секс. Да-да, не с 7 до 7:02, как всегда, а с 7 до 8. Потом она бежит стрелять тебе сигареты и молча засыпает. Без 10:12 знакомишься с очередной обалденной девушкой в клубе, и ровно после 12 коктейлей она превращается в тыкву. Самый лучший день продолжается. И запомните, на юге не бывает некрасивых девушек. Бывают девушки с родителями. Спасибо, пацаны. Воронеж. Воронежское море во всех проявлениях. Мы сошлись на 12. 12 тысяч. В банке 24 тысячи рублей на сцене две партии Зана и Ставрополь. Мультики. 3. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Меня Тюрам Терминатор. I'm Terminator, I win. I'm Terminator, I win. I'm Terminator, I win. I'm Terminator, I win. А для следующей миниатюры нам нужен один из пингвинов. Под ваши аплодисменты встречайте. Родной, Андрей Родной. Миниатюра, мальчик и тонированная десятка. Ну чё, короче, зацени. Десяточка. Новенькая, нулевая, полный фарш. Глухая тонировка, спортивный руль, расточенные гранаты. Они сюда. Слышь ты, малой, я сейчас, короче, вот этой монтировочкой. Ну. Спасибо, дорогие друзья! Спасибо! Ставки растут, мы очень рады этому. Какой-то живаго появилась на сцене настоящая. 36. Опа! Банки 60 тысяч рублей. На сцене Антон Борисов, Санкт-Петербург. Вельком. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно всех видеть. Ну, там, счастье, любви, что обычно говорят. Вы знаете, я хотел спросить, есть люди в зале, у которых квартира в Москве? Это просто важно. Есть? Мужчины, я вас прошу как бы опустить. Это важно. Женщины, поднимайте. Отлично. Можно я у вас поживу немножко? Я понимаю, я не подарок, но... Это важно. Делать женщинам подарки, это важно, согласитесь? А вот... есть в зале красивые женщины? Поднимите руку, кто считает себя красивым. Вы можете тоже смело поднимать, все в порядке. Это заметили в те же самые, вот те же, кто с квартирами. Они просто, я красивая, у меня квартира. Это важно, потому что если есть квартира, значит уже красивая. А вот как красивые женщины, вот вы, да?
Вы же все так делаете? Вот. Ты знаешь, он мне делает очень дорогие подарки и ничего взамен не требует. Вы все так разговариваете где-то в коридорах, в кулуарах. Вы себя в зеркало видели? Видели? Конечно, он не требует. Он тупо ждет. Причем горячую воду, зарплату и секса мужчины ждут с совершенно одинаковым выражением лица, друзья мои. Дадут или не дадут, понимаете? Это важно. Я попрошу вынести плакат. Давайте, давайте, кто согласен? Смотрите, рассчитаем, сколько мужчина должен в среднем тратить на женщину. Кто сколько тратит? Вы сколько тратите на свою женщину? Сколько тратишь? Вообще не тратишь? Ты хорош. Вы сколько тратите, Сергей? На своих женщин? У вас же много, я уверен. 50%. Смотрите, рассчитаем все чисто математически. П – это та стоимость, которую мужчина должен тратить на женщин. П равна, ну, есть такая легенда, что чем дольше встречаешься с девушкой или с женщиной, тем больше на нее нужно тратить. Почему-то легенда такая существует. Тем дороже должны быть подарки, опять же. П равно Т. Естественно, это не так. Все видят, что здесь непрямая пропорция. И есть еще маленький коэффициент. Красота, друзья. Т умножить на К. Чем красивее женщина, чем она красивее, тем больше мы на нее тратим. И есть вот такая зависимость. Владимир, сейчас внимательно. Очень, очень интересно сейчас. Смотрите. Здесь время, сколько встречается женщина. Здесь коэффициент красоты. Вот здесь 19 лет, это возраст. Красота зависит от возраста, вот где-то по такой траектории она идет. Вот такая функция, посмотрите, да? Чувствуете, да? Вот это 19. Здесь пик женской красоты. Есть еще одна дата, неважно какая, я все понимаю. Где женщина может все исправить? Вот. Собственно говоря, на графике вы видите то, с помощью чего она может все исправить. Значит, P равно КТ. Есть еще некий коэффициент, все мужчины о нем знают, но все молчат. Это коэффициент G. G. По-нашему жаба. 50% возникают именно оттуда, из G. Это обратно пропорциональный коэффициент G. То есть, чем больше жаба, тем меньше мы тратим. Это в день рождения тещи, слишком много подруг, ну и же с ними. Но дело в том, что у мужчины часто не одна женщина. Сколько у вас женщин, Сергей? Одна. У вас одна женщина. Веришь? Я вам аплодирую, но не верю. Вы же рокер. У рокера не может быть одной женщины. У рокера, может быть, вот здесь в знаменателе G. Это коэффициент в количество женщин. Прямой, прям пропорциональный. Для нас, ну, G, для девчонок снежинка. Ну, какая разница. Ну, чтобы было приятнее просто. Сейчас смотрите, очень важно. Чем больше у мужчины женщин в знаменателе, чем больше женщин, тем меньше P. Тем меньше стоимость подарка, друзья. Но парадокс в чем? Чем меньше стоимость подарка, тем меньше у мужчин и женщин, друзья. Поэтому не жмотьтесь, тратьте на женщин по максимуму, дорогие мои мужчины. Давайте раскошеливаемся, математически доказано. Спасибо большое за каракули. Мы хотели сначала отнять 12 тысяч, но потом решили добавить за совершенно замечательную репризу, которая просто на уровне афоризма, что мужчины с одинаковым выражением лица ждут горячую воду, зарплату и секса. Итого 36. Ого-го! 96 тысяч рублей в банке. Серьезно? На сцене дуэт «Родной» и «Федяй» Сургут. Здравствуйте, мальчики, здравствуйте. Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья, здравствуйте! Реальные случаи жизни, и начнем мы с случая, который называется очень просто. Жена Джеймса Бонда собирает его на работу. Так, дорогая, ты мне все положила? Так, да, все, вот, держи авторучку. Ага. Не вздумай ей писать там котлеты. Хорошо. Так, стоп, а где соль с перцем? Где соль с перцем? Мне в поезде ехать. Линзы одел? Да. С двумя дырочками соль, с тремя перец. А, все, все, понял, да. Так. Смотри, бутерброды. Ага. Бутерброды. Бутерброд с сыром, а под танк кинешь. Так, а бутерброд с колбасой? Да. Что да? Бутерброд с колбасой. А, просто бутерброд, да. Да. А, так, так, так. А... Деньги положила, самое надежное место. Куда? В вот этот вот мини-сейф? В самое надежное место. Ну куда? Ну что тупим, в трусы зашило. А. Все, обратно пойдешь, не забудь забрать сына из детского садика. Блин, а какой там пароль? Пароль не меняется уже 5 лет. Здравствуйте, я папа Витя Иванова, дайте мне ребенка. Все, а, очень все, просто. Да. И все, слушай, хорошо. Дорогой,
Я знаю, у тебя каждое задание очень красивая сексуальная женщина. Будешь изменять, используй презерватив. Так, а что с ним? На нем наша свадебная фотография. Спасибо! Спасибо! Историческая миниатюра. Сталин на гей-параде. Товарищ Жуков, я вам приказывал создать специализированные войска дровосеков. Это кто? Дровосеков? А я, видимо, не расслышал. Это эти секи. Я так понимаю, с отрядом медиков та же история. Так, а что у них написано на транспарантах? Товарищ Жуков, вообще-то моя должность пишется правильно генсек. Расстрелять их всех? Нет, мы поступим с ними хуже. Мы зашлем их в тыл, врагу, и они будут использовать тактику выжженной земли. Что, после них никто не выживет? Почему не выживет? Выживет. Но очень об этом пожалеет. Пойдемте, товарищ. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. По традиции, пингвины в Арктике. Нахохлись. Холодно. Арктика. Смотри, полярники с охоты возвращаются. Медведя завалили. Ты чё несёшь? Чё? После 2 марта нельзя так говорить. А как? Правильно сказать. Вон полярники с охоты возвращаются, где они завалили гигантского белого хомячка. А ты на выборах за кого голосовал? За гигантского белого хомячка. Нам на пингвинячьем собрании так сразу всеми сказали. Все голосуем за гигантского белого хомячка. А я как дурак за этого крикливого баклана. Кстати, вон он летит. Пошли отсюда, а то он своими лозунгами сейчас все мозги нам застрелит. Пойдем. Слушай, хочу тебе признаться. Когда ты сегодня ходил к полярникам издеваться над ними, я переспал с твоей бабой. Ну, спасибо тебе, друг. И что мне теперь новую лепить? Ну, можешь мне отомстить, переспи с моей. Да ну, у нее грудь маленькая. Да снега валом, налепи побольше. Она рыбой пахнет. Ну да, я в ней рыбу храню. Ну, баба должна быть кормилицей. О! Ты куда? К полярникам за черной краской. Зачем? Негритяночку сегодня хочу. Ой, с тобой. Спасибо большое. Спасибо. Это были Родной. И Федяй. Увидимся. Пингвины хорошие. 24. Отлично. 120 тысяч рублей в банке. Костя Пушкин на сцене. Добрый вечер. В современном мире, в мире высоких технологий и новых свершений, в мире доступного удовольствия и элитарного отдыха, люди совсем забыли, что скоро конец света. Оглянитесь вокруг. Выйдите из одноклассников и оглянитесь вокруг. Мир давно нас готовит к концу света. Тимати, Бутова, ипотека – это пробники. Конец света близко. Конец света не коснется только Малахова, который будет вести конец света в прямом эфире. Конец света – это испытание, это экзамен. Давайте к нему готовиться. Давайте сейчас все представим, что завтра конец света. Попытаемся представить. Я понимаю, что вечер, все уставшие, завтра тяжелый день. Расслабьтесь. Не будет завтра. Понимаете? Расслабились, все представили. Все же себе это представляют. Значит, первым делом обдолбаюсь всем, от чего зарекался. Вот, значит, если успеет отпустить, пойду в магазин, куплю бутылочку хорошего вина и поеду к морю философствовать. Ага, сейчас. Кто вам продаст вино? Вы думаете, у вас у одного конец света?
Продавец уже давно обдолбанный к морю собирается. А там уже два яруса, таких как вы, философов. Езжайте лучше в Бутово. Только там в это время будет тихо и спокойно. Вот, что касается меня, я перед концом света хотел бы заняться сексом с Аней Семенович, со Светкой Букиной и «Счастливы вместе», и с Анджелиной Джоли. Меня не останавливает даже то, что для них секс со мной и будет концом света. Мужики, давайте все делать то, что давно хотели с женщинами, но боялись. Давайте с ними бухать и смотреть футбол. Женщины, вы тоже делаете все, что давно хотели, но тоже боялись. Но не забывайте бухать и смотреть футбол. И еще один совет. За день до конца света выпейте литр водки, шлифаните все шампанским и допейте пиво. Тогда на утро конец света будет для вас спасением. Костя Пушкин. Живите так, как будто завтра конец света. Спасибо. Пофилософствовал Константин. Все представили. Мы посоветовались. 12 за радость и еще 12 за оптимизм. Итого 24. Спасибо. В банке 144 тысячи рублей. И все эти деньги отправляются во второй раунд, где мы встретимся с вами. Первый закончен. А, кстати, каждый телевизор рассчитан на определенное количество переключений. После этого он сразу ломается. Поэтому, если вам дорог ваш телевизор, смотрите, не переключайте рекламу на ТНТ. Дорогой телезритель, давным-давно не дарил своей второй половинке что-нибудь приятное, то пришли нам смс или на электронную почту послание с шуткой, и уже скоро сможешь купить там удочку, велик или что тебе надо. Короче, телезрители могут заработать во втором раунде. Участники на сцену. Я напоминаю телезрителям, что здесь должны оказаться в этой папке исключительно ваши шутки. Если здесь будут старые анекдоты или что-то из интернета, то хрен вам, а не денежки. Все понятно? Поехали! Второй раунд! Нам пишет Каспер. Надоел муж? Все. Ответ, который идет в зачет. Надоел муж? Скажи ему, что размер имеет значение. Надоел муж? Заведите жену! Надоел муж? Это еще не повод менять любовника, дорогая. Эй, весельем. Спасибо. Надоел муж? Надоел муж, надоел муж, надоел муж, надоел муж, надоел муж. Средство от тараканов. Все? Видимо, да. Каспер со своим вариантом ответа претендует на сколько? На 24 тысячи, да? Надоел муж? Доместос убивает все известные микробы. Мы считаем, что размер убойной лиги имеет значение больше, чем доместос. В банке 144 тысячи рублей. Пишет нам Максим Бурганов. На Рублевке столкнулись Бентли Континенталь и Ламборджини Диабло. На Рублевке столкнулись Бентли Континенталь и Ламборджини Диабло. Оба водителя засмотрелись на АКУ. На Рублевке. Чтобы понять, что мы на одном уровне. Эй! Эй!
Все нормально. На Рублевке столкнулись Bentley Continental и Lamborghini Diablo. Porsche зеленого цвета, BMW салатового цвета, синие Жигули, желтый Хаммер. В этой веселой радуге погибло 7 человек. На Рублевке столкнулись Bentley Continental и Lamborghini Diablo. Водители рублевских маршруток тоже ездят неаккуратно. На Рублевке столкнулись Bentley Continental и Lamborghini Diablo. Разорилось две страховых компании. Ответ телезрителя. Максим Бурганов. На Рублевке столкнулись Bentley Continental и Lamborghini Diablo. Врачи борются за жизнь директора страховой компании. Такой ответ был, но напоминаю, что в зачет идет только первый вариант ответа. Паш, я знаю, что подумала. Я правда на Рублевке никогда не видела АКУ. То, что ваш следующий ответ совпал с ответом телезрителя, это означает, что ответ телезрителя не был таким крутым. Крутым был ваш ответ, и ставка сыграла. Вы крутые! В банке 144 тысячи рублей. Нам пишут Смекалов. Уважаемые гости Санкт-Петербурга, перед вами здание тюрьмы «Кресты». Опа, Антон Борисов. Уважаемые гости Санкт-Петербурга, перед вами здание тюрьмы «Кресты». Вы наши гости на ближайшие 18 лет, поэтому разойтись по камерам. Уважаемые гости Санкт-Петербурга, перед вами тюрьма «Кресты». Это единственное заведение в Санкт-Петербурге, которое спорит с кунсткамерой по количеству интересных экспонатов. Уважаемые гости Санкт-Петербурга, перед вами здание тюрьмы «Кресты». Это единственное здание в нашем городе, жилплощадь которого не попадает под ипотечную программу. Итак, Смекалов против Борисова. Уважаемые гости Санкт-Петербурга, перед вами здание тюрьмы «Кресты». Это памятник архитектуры, просто он ну очень сильно охраняется государством. Как мы не болели за телезрителей, все-таки для интриги хотелось бабло отдать куда-то по ту сторону экрана. Но все-таки наши, по-моему, были сильнее. В банке 144 тысячи рублей. Опять жюри стало называть участников наших. Кто-то с ником «Еврей» пишет нам. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Да что ж такое? Да. Каждый раз ехал. Есть ответ. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Они обрезали свою половину поля. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Теперь их невозможно обыграть даже в субботу. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Их ПВО прерывает все верховые подачи соперника. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Высота ворот соперников ровно 7,40. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Мяч засчитывается только если он был забит с маминой стороны. Итак, еврей со своим вариантом ответа. Новую стратегию игры придумали футболисты команды Израиля. Теперь противникам не обязательно отнимать мяч. Они его могут просто купить. В зачет-то идет первый ответ по поводу того, что обрезали поле. Но нам показалось, что этот ответ как бы глубже проникает в тему, чем просто вот так вот купить мяч. Да! Так что... Да! В банке 144 тысячи рублей. Нам пишет некто Ван.
может быть, Вен, не знаю, что хотел этот человек. Есть подозрение, что надписи «Цой жив»... Все. Есть подозрение, что надписи «Цой жив»... Пишет Ленин, потому что он, как и Цой, жив. Есть подозрение, что надписи «Цой жив»... Пишет про себя Анита Цой. По-братскому. Хаи! Хаи! Хаи отменили. Теперь гибдедей. Гибдедей. Да, хаи уже давно нет. А есть подозрение, что надписи «Цой жив»... Пишет строители еще при сдаче дома. Хаи! Спасибо. Ответ телезрителя. Есть подозрение, что надписи «Цой жив» пишут жители Эстонии. Нам кажется, что все-таки про Ленина было круче. В банке 144 тысячи рублей. Майк Вадзовский пишет нам. Веселые старты среди бабушек. Здесь не нужно больше ничего. Да не надо здесь лишних. Опа! Веселые старты среди бабушек. Как правило, заканчиваются грустным финишем. Веселые старты среди бабушек. Проходят в метро в час пик. Веселые старты среди бабушек. Можно наблюдать на любом пешеходном переходе, когда загорается зеленый свет. Ну что ж, Майк Вазовский. Веселые старты среди бабушек. Они негласно соревнуются, насколько толще от них уедет внук. Наш Костя Пушкин дал четкий, конкретный ответ. А значит, нашим. Отлично! В банке 144 тысячи рублей. Любите ли вы рекламу, как Владимир Турчинский любит эклеры? Короче, ваше мнение не важно. Володя хочет пожрать. Реклама на ТНТ. Убойная лига, я Павел Воля, в твоем телевизоре ТНТ, значит, все нормально. Если бы за отжимание человеку платили бы по 1000 рублей, то Владимир каждое утро зарабатывал бы минимум 36. Каждый зарабатывает как может. Наши знатоки в том числе. Третий раунд! Господа гладиаторы, пожалуйста, ставка. Напоминаю, что максимальный размер ставки 36 тысяч рублей. Мы ставим 100 тысяч долларов США по курсу МВБ на 2010 год. Наша ставка 25 тысяч рублей. Принимается. Друзья, давайте-ка придумаем персонаж для начала, ну а потом место. Кто не стесняется своих мыслей, крикнет. Вахтер. Молодец, хорошо. Еще. Что... Богатыри. Еще. Так, еще, еще. Старик Хоттабыч. Мультики, мультики. Слушайте, на самом деле, богатыри, старик Хоттабыч, девушка, студент. Все могут оказаться в какой-то момент перед вахтером. А чтобы как-то расширить тему, предлагаю ее запомнить и закрепить как «Случай на проходной». Не было ни у кого смешных, веселых случаев на проходной. Юля, вас везде пропускают нормально? Практически. Паша, а вас куда-нибудь не пускают? Не знаю, с какого момента мы на «вы». Мне, конечно, очень приятно. Но очень много мест, куда меня не пускают. Например?
Пирсинг есть где-то. А как хорошо, что пришли знатоки нашего юмора, и я могу улизнуть от ответа. Случай на проходной АвтоВАЗа. Да, случай на проходной АвтоВАЗа. Так, стоп, стоп. Это что это ты несешь? Это брелок. А, брелок, проходи. Брелок можно, да? Так, стоп. Это что у тебя? Это сумочка. А, сумочкой можно. Сумочкой давай. Можно, да, отлично. Стоп, 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 стоп. Это у тебя что? Брелок и сумочка. Было уже. Было? Да. А браслеты были? Не, браслетов не было, проходи. А что вы хотите? Мы у своих работников фантазию развиваем. Тема та же, случай на проходной. Так, ну-ка, стойте-ка. Что значит стойте-ка? Выпустите меня, мне 90 лет, мне срочно домой надо. Стойте, проходная, у нас есть правила, поднимите руки, я должен вас обыскать сейчас. Мне срочно домой надо, неужели вы не понимаете? Срочно выпустите меня, немедленно, мне 90 лет. И что это, мне угрожаете, что ли? Я же говорю, срочно домой надо, такая фигня раз в 20 лет происходит, пошел вон. Случай на проходной женского общежития. Здравствуйте. Стойте, вы к кому? К той, кто пьянее. Случай на проходной. Так, Саямба, куда идешь? А, на завод. Пропуск давай сюда, стой. Ну а можно, да я так, я пропуск забыл. Иди домой за пропуском. Ну пожалуйста. Иди домой. Ну, пожалуйста! Домой иди! Алло! Алло, отдел кадров! Ваша 12-я стоит на проходной! Выключи сигнализацию! А ты что стоишь? Ну, пожалуйста! Иди за пропуском домой! Ты мне там больше рассказывать! Домой иди! Случай на проходной. Чё-то когда... Скучно. Сейчас он один идет, смотри. Так, стоп, молодой человек, стоп. У нас как бы новые правила, проходная, сами знаете. Поэтому что? Турникет мы блокируем, музыку включаем. Самба, Ди-Жанейро. Я могу идти? Да. Да что-то все равно как-то не весело. Ну это пока гибкие идут. Сейчас коровы из бухгалтерии пойдут поржем. 2 миллиона заводов, 600 тысяч проходных. Это все связано с проходным. Нам очень все понравилось, ставка сыграла. В банке 169 тысяч рублей. Ставка. Вы знаете, я закончил физкультурный факультет. И всегда хотел, чтобы у меня стипендия была 25 тысяч. Принимается. Мальчики и девочки, господа судьи, Владимир, операторы, световики, тетки. Все давайте придумаем, что хотим увидеть на этой сцене. Танцы со звездами? Слушайте, а может быть звезды и любые проекты, в которые их сейчас тянут? Здесь же бокс, танцы, фигурное катание. И можете мы, да, цирк. А еще у вас есть шанс придумать любые передачи со звездами. Короче, шоу со звездами. Хорошая тема. Юля, а вы не участвовали ни в каких этих танцах, свистоплясках, бане там, секс со звездами? Павел, я спрашивала всегда, а Паша Воля участвует? Мне говорили, нет, я не шла. Я просто не звезды, как бы меня вот ой, и не зовут. Ну не надо, не надо. Меня звали в бокс, но я представил, что это будет. Поэтому... Молодец, умный. Конечно, зачем мне надо взять и при всех унижать столько людей? Я же всех изобью. Ну вот, вдруг вот так вот. В бане со звездами. Тимати, у тебя татуировки потекли. У нас шоу «Цирк со звездами».
Лешечка, ага. Нормально, что языком, что руками молотите, обалдеть. Так, значит, назову ваш номер «Безумная яйцерезка». Бокс со звездами. Против Николая Валуева дерется Сергей Зверев. Блин, Сережа, я боюсь тебя бить. Звездами! Закрепил, Малахов? Этот номер будет танец на углях! Нормально! Все. Новый проект на ТНТ «Зоопарк со звездами». Итак, значит, ребята, такие правила у нас. Тимати, ты убираешь клетку с удавами. Дана Борисова, ты, значит, убираешь за кроликами. А вы, Геннадий Малахов, вам повезло меньше всех. Вы убираете клетку за слоном. Ну почему же не повезло? Ведь слоновье дерьмо, оно очень полезное. Звезды во всех проектах, которые придумали и уже были придуманы до этого, показали наши парни. Мы внимательно следили за происходящим на сцене и обратили внимание на то, что тема «Проходной» породила гораздо более выдающееся произведение импровизационного миниатюрного искусства, чем тема «Шоу со звездами». В общем, нам показалось, что ставка не сыграла. В банке 144 тысячи рублей. Вот тебе и звезды на убойной лиге. Ставка! Очень важно нам заработать 30 тысяч, и мы попытаемся. Молодец, мужик. Давайте придумаем персонажей, которые будут находиться у нас в какой-то ситуации. А уж какая ситуация, мы докрутим. Ну? Может, Микки Маусу тебе дать, да? Библиотекари. Вымышленные персонажи сейчас все. Микки Маус и библиотекари. Мультяшек. Вот вообще мультяшек отлично. Тем более у нас есть представители этого мира. Я думаю, покажут нам много. Слушайте, но Микки Маус это все равно какой-то заимствованный, заграничный персонаж, да? Простоквашина, Винни-Пух. Винни-Пух, Простоквашина. Слушайте, вот такая вот идея. В Америке есть Диснейленд. А у нас наши все мультипликационные персонажи без какого-то определенного места жительства. Покажите-ка нам русский Диснейленд. У нас дальше не одюли надо, вот это проблема. Ну давай, по сюжету начнем. Поехали. Русский Диснейленд. Ну что ж, проходите, проходите. Как вы видите, все наши аттракционы сделаны по сюжету известных фильмов. Вот, пожалуйста, аттракцион, снятый по фильму «Жара». Платите деньги и просто 2 часа бегаете за Тимати. Вот аттракцион, сделанный по фильму «12». Разбиваете чужой Бентли, 12 человек решают, что с вами сделать. А вот это что? Это аттракцион сделан по сюжету фильма «Самый лучший фильм». И что там? Очень просто. Платите деньги и 2 часа в белой комнате с Джигарханяном сидите и все. Семёныч, Диснейленд у нас в убыток пошел. Выручай, я тебе проставлюсь. Давай, Семёныч, не подведи. Хорошо, хорошо, хорошо. У меня самый сильный пивной живот. Проверь свой удар. Слабак. Нормально. Нормально. Подожди. 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 Егорыч, выручай. А ну давай отсюда, бля. Давай, Семёныч. Семёныч, нормально все, Семёныч. Давай, давай. Давай на другой аттракцион. Там нормально все, давай. Собери, Семёныч, ну, давай. Егорыч, ты что за аттракцион такой? Егорыч. Русский Диснейленд.
Вот это аттракцион! Слушай, а что за аттракцион-то? Колесо обозрения. Колесо обозрения? А что там такое экстремально? Капец, очень экстремально. Там пол колеса под рекой. Русский Диснейленд. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать. Ваш рост 178 сантиметров, ваш вес 45 килограмм, длина вашего сантиметров. Повторяю, длина вашего... Русский Диснейленд, наркоман в комнате страха. Что там, комната страха? Ой! Ага, напугал, да-да-да. Да-да-да, молодец, что. Очень, да, очень страшно, да-да. Гав-гав. Это даже смешно, я бы сказал. Отойди, отойди. Угу. Не страшно, не страшно. Нет, нет, не страшно, нет. Сержант Петренко. А вот это капец. Вашему вниманию был предложен русский Диснейленд. Оцените по достоинству. Но если вот до этой групповухи мы еще сомневались, то после наркомана мы поняли, что ставка сыграла. 174 тысячи рублей в банке. И эта итоговая сумма достанется не всем стоящим на сцене. Вообще, мне понравились все. Но были сегодня, конечно, отличившиеся. Дуэт «Партизаны». Ну и дуэт «Родной Федяй». «Пингвины». Отлично! Два абсолютно разных дуэта делят эту победу пополам. Аплодисменты им! Между прочим, девушки этих парней уже ходят и присматривают себе шубу и новое колье. А парни скоро пойдут по Москве присматривать новых девушек. Меня зовут Павел Воля, там Турчинский, это убойная лига. Пока. Отвернись, что ты смотришь.